Современное образование вызывает много вопросов у общества, и не только из-за состояния и оснащения учебных заведений. Сегодня школа не всегда может дать ученику знания, навыки, необходимые в современном мире. С 1 марта 2022 года все учебные заведения страны будут учить по-новому. Меняются стандарты образования. Съемочная группа нашего телеканала поинтересовалась у горожан, устраивает ли их уровень преподавания в школе и что нужно менять. Раньше как-то больше внимания уделяли учебе. Сейчас некоторые предметы вообще как бы отменили. Сравнить я могу только с внуками. Тоже хорошее образование, медалисты, хорошие университеты. Раньше, мне кажется, оно было примерно одинаково везде. Примерно. А сейчас, мне кажется, у нас только немногие школы соответствуют тому уровню, который бы хотелось... Знания, которые хотелось получить своему ребенку. Раньше, когда мы учились, мне кажется, было все как-то стабильно по всем школам. Ну, мне так кажется, потому что я заканчивала сельскую школу и смогла с первого года обучения после школы поступить сразу в медицинский институт. Угу. Сейчас, мне кажется, не все такие школы, особенно на селе. Сейчас дистанционка и все такое, я думаю, это хуже. Потому что у меня были хорошие преподаватели, вот откровенно хорошие. Они прям давали знания, которые, ну, в принципе, мне до сих пор в работе пригождаются мои. Мне прям, ну, привили прям любовь к знаниям вот именно в школе. Именно в прямое непосредственное общение. Мне кажется, сейчас в современной вот в действительности дистанционка, она как-то убивает вот это живое общение.